Три девочки родились с разницей в минуту. Анна, София и Виктория. В порядке пребывания, шутит папа, представляя дочерей. Он же и придумывал имена. Все разные. Все разные? Визуально пока не привык, но по WhatsApp, по видеосвязи сильно отличаются. Малышки родились 21 января, но чтобы они набрали вес и научились самостоятельно дышать, почти два месяца три сестры вместе с мамой находились под пристальным вниманием врачей-неонатологов. Здесь, в Даре, они набрали по килограмму, окрепли и теперь отправляются домой. Это так прекрасно, детки приносят большое счастье, и мы с мужем очень рады, что у нас сразу столько деток. У родителей не хватает рук, чтобы унести свое богатство. Помогает бабушка. Она, кстати, все это время была возле дочери. Помогала выхаживать тройняшек. Поздравить новорожденных и родителей пришли не только самые близкие. Если бы каждый раз все постолько, я думаю, что мы бы выполнили, достигли всех показателей. Бог вам дал самое большое богатство, которое может только быть у людей. Уже шок отошел, как бы уже это в ритм вошел. Сейчас посмотрим, как оно будет. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.